Вместо кисти – пальцы, вместо красок – песок. В Северодвинск приехало песочное шоу. Искусство, когда в сопровождении музыкального аккомпанемента мастер рисует на песке изображение. Вместе картины рассказывают целые истории. Сначала волны, затем пальма, и вот он, экзотический остров. Уникальное шоу «Музыка песка» увидели северодвинцы. На стеклянном столе мастер рисует песком одну картину за другой. В итоге получается целая история. Удивило то, что вот именно песком рисуют, как необычно. Вот как это можно песком рисовать? Вот это очень удивило. Так, краски, там, карандаши, это все понятно. Но песком это вообще необычно, очень красиво. Вообще я получила огромное удовольствие вот от музыки, от... Ну как вот, как рисуют песком. Даже вот несколько удивлена, не ожидала, что можно так вот, ну вот так песком пользоваться. За время концертной деятельности песочное шоу вышло на государственный уровень. Картины из песка уже увидели зрители Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Калининграда. После нашего города мастера песочного дела отправятся удивлять жителей Нарьян-Мара.